Целью израильского удара на юге сектора Газа были командир военного крыла Хамас Мухаммад Дейф, а также командующий бригады Хан-Юнис Рафаа Саламех. Об этом заявили в субботу в Цахал. По данным израильских военных, Дейф и Саламех находились в невысоком здании между Аль-Маваси и Хан-Юнисом. Этот район является частью назначенной Израилем гуманитарной зоны, но в Цахал заявили, что удар был высокоточным и нацелен только на объект Хамас. Также утверждается, что в районе удара находились еще несколько десятков боевиков Хамас, включая охрану. Минздрав Газа заявил, что в результате удара погиб по меньшей мере 71 человек, 289 получили ранения. هذا منطقة آمنة كلها نازحين من الشمال من جباليا من غزة كلها منطقة نازحين أطفال كلهم استشهدوا هنا أطفال صرنا نلم قطعهم. Между тем, представители медицинского комплекса «Насер», крупнейшего из действующих в Хан-Юнисе, заявили, что больница больше не может функционировать из-за интенсивных боевых действий на фоне продолжающейся войны и острой нехватки медикаментов. Заявление было сделано после субботнего удара Цахал по Хан-Юнису.